Бездны. Добрый день, друзья! Добрый день, коллеги! Меня зовут Анастасия, и сегодня я хочу поговорить с вами, как обычно, о презентациях. Немножко о PowerPoint, немножко о других сервисах, но самое главное о том, как на наших учебных презентациях разместить большой объем информации. Нам часто приходится проводить онлайн-курсы, вебинары, выступать через сервисы видеоконференций. Кто-то чаще выступает офлайн на уроках или на лекциях. И, как правило, такие выступления сопровождаются презентациями. Но если мы зайдем в интернет и напишем какой-то запрос, как создать презентацию для урока, как создать презентацию, вы получите примерно вот такие вот советы. Я просто в Гугле набрала этот запрос, и первые три ссылки, которые мне попались, открыла и скопировала вот для вас какие-то моменты. Кто-то советует, большинство точнее советует, использовать на слайдах небольшое количество информации. Вот три строчки, примерно 10 слов. Для учебной презентации это объем небольшой, это расписать значение какого-то термина, упомянуть какого-то автора, привести небольшую цитату. Но полноценный учебный контент дать в таком объеме очень и очень сложно. Вот другая ссылка и другие советы. Посмотрите на подпись к иллюстрации. Простая конструкция слайда. Возможно, для дизайнера она покажется простой, действительно, но для того, чтобы создать такой слайд с нуля, подобрать иллюстрации, расположить их правильно, выровнять, определиться со шрифтом, с его размером и цветом, потребуется довольно много времени. И я не могу сказать, что для человека, который не занимается презентациями профессионально, этот слайд выглядит на самом деле простым. Еще один пример и еще один совет про использование качественных иллюстраций. Да, мы стараемся подбирать какие-то выразительные говорящие картинки, мы стараемся соблюдать авторские права, но довольно странно видеть в качестве иллюстраций такой слайд, где картинка явно нарисована на заказ. То есть здесь подобрано и оформление слайда, и иллюстрация выполнена в тех же тонах, в том же стиле. И это тоже не то, с чем может работать каждый преподаватель. К нашим услугам довольно много фотобанков, довольно много сервисов, которые позволяют генерировать или как в конструкторе собирать определенные иллюстрации. Но делать что-то более сложное – это работа иллюстраторов, это опять же работа дизайнеров, а не работа отдельно взятого преподавателя. И получается, что большая часть советов, которые мы можем найти, если только начинаем знакомиться с презентациями, выглядят для нас не очень полезными, потому что они нацелены на рекламу, на предоставление своих услуг, на выступление на конференции, где от презентации, от слайдов требуются несколько иные характеристики, чем в нашей с вами повседневной работе. И по мнению автора большинства статей, на слайде должен располагаться вот примерно такой объем информации, а при этом преподаватель должен выдать, а соответственно слушатель должен записать под этот слайд примерно вот такой вот объем. Есть какое-то явное несоответствие. И с одной стороны, мы с вами стремимся к тому, чтобы сделать презентации яркими, выразительными и понятными. С другой стороны, хочется сделать их насыщенными, чтобы вот было максимум пользы. Идеально не только, чтобы мы могли с этой презентацией выступить, но еще и раздать ее вот так вот ученикам в аудитории на флешке, либо через вебинарную систему, загрузить на какое-то облако, чтобы ученики скачали ее, могли просмотреть самостоятельно, а еще лучше могли использовать презентацию для самостоятельной подготовки. И поэтому сегодня я хочу показать, как от последовательной презентации перейти к презентации многоуровневой и покажу три сценария того, как в презентацию положить довольно большой объем информации. Расскажу о плюсах и расскажу о минусах. Итак, что такое последовательная презентация? Я термин использую условно, это не что-то такое монументальное и незыблемое, вы можете называть так, как вам больше нравится. Главное – сама идея. Для каждого типа деятельности вы создаете отдельный файл. У вас есть красивая, яркая, выразительная презентация для выступления, с которой приятно выйти к вашей аудитории.
У вас есть отдельная презентация для изучения. Это может быть не презентация, это может быть электронный конспект, это может быть лонгрид в интернете или, как на моих курсах, доска Миро с дополнительными информациями. Важен принцип. Отдельная презентация для выступления, отдельный файл для изучения информации и, если есть необходимость, отдельный файл, презентация, ссылка на сервис для взаимодействия. Пройти тест, ответить на контрольные вопросы, решить какую-то интерактивную задачу. Итак, у вас от 1 до 3 файлов к одной учебной теме, к одному уроку, к одной лекции. В этом есть, конечно, и свои плюсы. Если вы работаете в команде, то можно распределить задачу среди нескольких сотрудников. Кто-то делает презентации для выступления, кто умеет в дизайн, у кого хорошо получается подбирать, а может быть даже создавать иллюстрации. А кто-то работает с интерактивом и делает контрольные тесты, кто-то готовит файлы с электронными конспектами. И при этом подходе нет необходимости создавать что-то сложное. А мы делаем простые слайды для выступления. Вот у нас красивый фон и 3 строчки текста. Снова красивый фон, 3 строчки текста. Кто-то делает конспект, и там тоже ничего сложного, иллюстрации по минимуму. Главное, вот, чтобы был текст аккуратно разбит на заголовки, подзаголовки, чтобы были большие поля, если это файл для печати, чтобы ученики могли делать на них свои заметки. То есть в таком случае наша работа становится проще, и мы можем ее разделить с коллегами. С другой стороны, есть и определенные минусы. Поскольку файлов много, то и времени на работу уходит много. Если что-то меняется, а вы знаете, что в некоторых темах и в некоторых специальностях информация обновляется очень быстро, а это значит, что нужно поменять данные, цифры. Например, у вас был в презентации указан 19-й год, а нужно вставить цифры за 21-й год. Это нужно поменять в одном файле, в другом файле, в третьем файле. И таким образом на работу уходит уже больше времени при изменении. Опять же, система из нескольких файлов часто путает учеников. Наши слушатели, наша аудитория предпочитает, чтобы была единая точка доступа, чтобы все было в одном месте, все было легко, понятно и быстро находилось. Когда есть, да, разные презентации, ученики могут с этим, конечно, запутаться. Поэтому я предлагаю от последовательной презентации перейти к презентации многоуровневой. И если я нарисую такую же схему, то будет выглядеть она примерно вот таким вот образом. У нас в основе нашей презентации, в структуре ее, слайды для выступления. Яркие, красивые, выразительные, которые умело переводят внимание аудитории от лектора к иллюстрациям и обратно. К ним мы цепляем вот так вот стрелочками слайды с материалом для изучения. Там может быть большой объем текста, там может быть большое количество иллюстраций, там могут быть ссылка на дополнительную литературу или ссылка на какие-то сторонние сайты. И при необходимости есть еще взаимодействие. Вы можете выдать его отдельно, передать ссылку на какой-то тест или провести его в аудитории, либо тоже можете аккуратно внедрить вот в эту единую презентацию. Таким образом, у вас презентация получается от 2 до 3 уровней. Красивый, парадный, тот, с чем вы выступаете. Непарадный, но очень подробный и объемный – это слой для изучения, и при необходимости интерактивный – слой для взаимодействия, для проведения контрольной работы. Опять же, есть плюсы, которые лежат на поверхности, то, что весь материал собран в одном файле, и его проще редактировать, и проще его рассылать, знать, что у вас где-то один файл лежит. И можно настроить появление скрытой информации по запросу. Вы общаетесь с аудиторией, и кто-то задает вопрос, который есть как раз на 2 уровне вашей презентации. Можно показать, рассказать, остановиться на этом подробнее. Не будет вопроса, вы пойдете дальше, не открывая какие-то слайды, какие-то слои информации. И раз есть плюсы, есть и минусы. Такую презентацию делать сложнее, у нее сложнее структура. Не в плане дизайна слайдов, а именно в том, сколько слайдов вам нужно, в какой последовательности они должны идти. То есть нужно больше времени уделить продумыванию презентации еще до того, как вы откроете какой-то сервис. И нужно продумать, как ваши презентации будут раздаваться ученикам. Потому что я дальше покажу, есть некоторые вопросы,
относящихся именно к техническим требованиям. Какие программы есть у учеников на компьютере? Что они могут открыть, что могут посмотреть, а какие файлы они не увидят просто из-за несовместимости каких-то программ? Как я обещала, три сценария, от очень простого до довольно сложного, как вы можете в своей презентации учебной скрыть большой объем информации. Первый вариант лежит буквально на поверхности. Это функционал самих сервисов, которые предлагают использовать специальный блок с заметками. Он есть, в принципе, в любых сервисах, которые работают с презентациями. Из вот тех пяти, которые я чаще всего упоминаю, пожалуй, его нет только в Genial. Эта область находится внизу окна редактирования слайдов, то есть сразу под слайдом. Вы ищете раздел с заметками, вводите туда нужную информацию, а затем, когда вы показываете презентацию, вы включаете ее в режиме докладчика. Вы что-то рассказываете, плюс у вас перед глазами есть какие-то подсказки. Это вот тот функционал, который предлагают сами сервисы. Как видите, он доступен в разных сервисах. Сверху полоска – это PowerPoint. Здесь нужно просто найти область внизу экрана. В PowerPoint ваши заметки редактировать нельзя. Вы только заводите туда текст. Посередине располагается Google Slide. Здесь точно такая же область, но уже можно добавить какое-то небольшое форматирование, сделать текст крупнее, выделить жирным, выделить курсивом или подчеркнуть. Здесь информация организована удобнее. И внизу сервис Canva, в нем тоже нельзя форматировать текст, и есть определенное ограничение на количество символов. Что в этом случае мы получаем в качестве плюсов и в качестве минусов? Почему вроде бы такой простой и понятный вариант используется крайне редко? Дело в том, что эти заметки видны только в режиме редактирования PowerPoint или в режиме докладчика. Следовательно, ваша аудитория, которая получает файл, должна иметь соответствующую программу на компьютере. Либо, если это позволяет версия, в которой вы делаете презентацию, иметь доступ к онлайн-сервису Microsoft Office 365. То есть только в этом режиме будут видны эти заметки. И опять же, нужно будет объяснять ученикам, что каждому файлу есть заметка, пожалуйста, увеличьте окно, прочитайте, обратите на это внимание. Второй такой заметный минус, и для меня он очень-очень важен, то, что вы к слайдам можете добавить только текст. Никаких картинок, никаких иллюстраций, это огромный, конечно, минус. И третий минус – то, что вы не можете контент быстро показать во время выступления. Вы не можете так переключить режим демонстрации презентации, чтобы аудитория увидела именно заметки, а не сам слайд. То есть во время выступления заметки видите только вы, а ученики видят эти заметки только в том случае, если у них на компьютере есть соответствующая программа. Немножко попроще это в Google Slide, потому что это веб-версия приложения, и значит, если вы даете ссылку на презентацию, сделанную в сервисе Google Презентации, ученики смогут эти заметки увидеть. Но опять же, во время выступления на экран их вы не выведете. В сервисе Canva заметки только в режиме редактирования, их каким-то образом показать нельзя. Geniali и Prezi заметки вообще в принципе не предоставляют. Таким образом, заметки в первую очередь для преподавателя и только во вторую очередь для его аудитории и сервис, в котором оптимально с ними работать, чтобы все видели, все имели доступ, это Google Slide. Но, опять же, помните, ограничения только текст, никаких картинок. Следующий способ – это создание скрытых слайдов. Этот вариант уже поинтереснее, у него есть некоторые особенности. После того, как я покажу все три сценария, я расшарю свой экран и в режиме демонстрации покажу, как со всеми этими сценариями можно поработать на практике. Покажу это попозже, по той причине, что те, кто смотрят с мобильных устройств, у них вот эта демонстрация может работать не очень хорошо. Итак, что нам дают скрытые слайды? Все
Сервисы, в которых вы создаете презентацию, имеют функцию скрыть или пропустить отдельный слайд. Нужно для этого в панели просмотра слайдов кликнуть по соответствующему правой кнопкой мыши и найти функцию. Обычно называется «Скрыть», иногда «Пропустить». Если сервис англоязычный, то называется функция «Hide». Как видите, сейчас в списке слайдов некоторые из них зачеркнуты. Они есть, они присутствуют, с ними можно работать. Но когда вы презентацию начнете демонстрировать, эти слайды будут пропускаться. Опять же, пример сразу нескольких сервисов, где и как это, эту функцию найти. Слева находится сервис Canva. В просмотре слайдов вы кликаете правой, точно так же, если не правой кнопкой мыши, то на три точки нажимаете. И вот у вас есть функция «Скрыть страницу». При просмотре она уберется. Посередине находится Google слайд, функция называется «Пропустить слайд», также доступна по клику правой кнопкой мыши. И еще правее находится сервис Geniali, здесь вообще только одна функция появляется по нажатию на три точки, сразу эту страницу можно скрыть. Скрытые слайды часто используются по-разному. Их используют для того, чтобы пересобрать презентацию. Например, у вас несколько учебных групп, и какой-то материал проходите раньше, какой-то позже, где-то может быть группа более сильная, и тогда вы часть информации скрываете или наоборот показываете. Вам нет необходимости создавать разные презентации, вы просто таким образом перед своим выступлением презентацию настраиваете. И эту функцию мы можем использовать как раз для создания многоуровневой презентации. Сначала создаем слайды для выступления, как я говорила, красивые, яркие и выразительные, а затем в нужных местах добавляем вот эти вот скрытые слайды, на которых располагаем большой объем учебного контента. При выступлении они показываться не будут. Но когда презентация попадет в руки вашей аудитории, они вот так в режиме редактирования смогут все увидеть. Опять же, да, вот эта вот оговорка. Материал виден только в режиме редактирования, как для PowerPoint, так и для всех остальных сервисов. И, как я говорила, с точки зрения доступа, самые надежные в этом плане веб-сервисы, то есть в данном случае Google Slide и сервис Canva, если у кого-то еще сохранился к нему доступ, вот они как раз дают больше всего возможности по просмотру скрытых слайдов, не ставя специальную программу на компьютер. То есть даже если ученик не имеет PowerPoint, он скрытые слайды увидит. Во время лекции вы можете открыть спрятанный контент, но это потребует определенное время. То есть вы закрываете демонстрацию, кликаете по слайду, включаете его и снова запускаете демонстрацию. Это не очень долго, но тем не менее вот такой вот сбой в темпе, особенно если это касается вебинара, такой сбой будет, конечно, заметен. Однако есть одна возможность в PowerPoint, которая искупает большую часть недостатков. Дело в том, что скрытые файлы вы можете показать внутри PDF-файла. Тогда вы сохраняете свою презентацию как PDF, а это очень удобный формат, потому что он сохраняет и шрифты, и все форматирование, и прекрасно поддерживается вебинарными системами. У вас есть возможность настроить более тонко сохранение своей презентации. Под именем файла и типом файла есть кнопка «Параметры», и всплывает вот такое вот окно. Вы можете найти и поставить галочку в чекбоксе «Включить скрытые файлы». И тогда все-все-все сразу будет показано. Одна и та же презентация, вот вы ее проговорили, используя только слайды для выступления, тут же ее сохранили как PDF со всеми скрытыми файлами и разослали ученикам. У них получается такой своеобразный электронный конспект, когда они видят слайд с вашего выступления и ассоциируют, что мы видели и о чем нам рассказывали, и после этого видят слайд с развернутой подробной информацией. Из вот этих вот функций есть еще одна галочка, на которую я хочу обратить ваше внимание, включить комментарии. В большинстве современных версий PowerPoint, если не ошибаюсь, начиная как минимум с 16-го, можно оставить комментарии к слайду или к отдельному объекту. И вот эта вот галочка «Комментарий» позволяет включить. Но
На практике проверила, что комментарии отображаются некорректно. Часто есть заголовок, то есть автор комментария, но нет самого текста. Поэтому через функцию комментариев, к сожалению, какую-то дополнительную скрытую информацию в презентацию добавить не получится. Лучше всего использовать вот эту вот связку, скрыть слайды с учебной информацией и сохранить в PDF с включенным функцией скрытых слайдов. Опять же, я покажу, как это будет выглядеть на практике. Наконец, еще один вариант – это использование интерактивных слоев. Здесь, конечно, придется какое-то время повозиться, но результат будет на самом деле достойным. Вы настраиваете появление вашей объемной информации по клику на некоторый триггер-объект. Например, вот в этой иллюстрации вы видите три цветных кружка, и если кликнуть на желтый, появится информация вот в желтой рамке. В этой презентации настроены картинки, в зависимости от цвета появляется то или иное изображение. Но таким образом можно зашить не только картинку, но и текст, и даже медиафайл. Сервис, который быстрее и проще позволяет работать с интерактивными скрытыми слоями, это, конечно, Genially. Вы можете, изготовив библиотеки, уже выбрать интерактивный объект, вот как сейчас в левом верхнем углу кнопка «Нажми на меня», и по клику на нее у вас может всплыть окно, может открыться окно, то есть всплывающая подсказка, открывающееся окно, либо совершится какое-то интерактивное действие вроде перехода на другой сайт. Удобнее, конечно, добавлять информацию именно вот в такое появляющееся сверху окно, потому что удобно форматировать, хорошо смотрится и текст, замечательно смотрится и иллюстрации. То есть сейчас в этом окне то, что вы видите, это не текст, это именно вот вставленная картинка и довольно приличный размер вот этого скрытого слоя получается. Да, примерно в 2/3 объема самого слайда, а значит, можно разместить действительно большое количество информации. Вот этот вот принцип в сервисе Genially настолько удобен, что его можно попробовать перенести и в PowerPoint. Я попробовала сделать такую же версию. На слайде располагается интерактивный объект. Это кнопка «Клик» в правом верхнем углу, точно так же, как в Genially, только в Genially они еще и так мигают, чтобы привлечь к себе внимание. В PowerPoint мигание я не вижу смысла настраивать, это слишком много времени возни с анимацией, и это не актуально, если вы делаете презентацию с большим количеством слайдов. Итак, делаем вот такую интерактивную кнопку, и по нажатию появляется сверху информационный слой. Картинка. Текст, текст и картинка, мультимедийный файл, аудиофайл, все то, что придет к вам в голову. То есть вот этот вот вариант смотрен у Genially и перенесен в PowerPoint. Нет необходимости создавать дополнительные слайды. К любому слайду вы можете сделать дополнительный слой с дополнительной объемной информацией. Если очень-очень надо, несколько дополнительных слоев с такой информацией. Есть некоторые минусы, на которые сразу хочу обратить внимание. Вот этот сценарий как раз наоборот плохо выглядит в режиме редактирования. Если скрытые слайды и заметки в режиме редактирования просматривать удобно, то здесь наоборот, ваши информационные слои перекрывают слайд в режиме редактирования. И это, конечно, сбивает с толку и мешает воспринимать информацию. То есть, если вы делаете интерактивные слои в PowerPoint, презентацию лучше отдавать в режиме демонстрации. То есть это формат PPT, не PPTX, PPSX формат. Сейчас напишу в чат. И когда вы сохраняете презентацию в этом формате, при двойном клике на файл он сразу открывается на весь экран в режиме просмотра, потому что в режиме редактирования слои мешаются и не очень удобно информацию просматривать.
Когда вы делаете интерактивные слои, вы можете их во время своего выступления быстро включать и выключать. Все интерактивные кнопки работают в режиме просмотра, если задают какой-то вопрос, или если нужно углубиться в какую-то информацию, или даже показать какую-то задачу на экране, вы можете быстро нажать на интерактивную кнопку, и все отобразится. Никакое время лишнее на это не тратится. И, как я уже говорила, большое количество форматов. И текст, изображение, и различные мультимедийные форматы вы можете добавлять. А сейчас я в файлы загружу шаблон, который позволяет как раз быстро создавать вот такие вот интерактивные слои просто через копирование объектов и добавление их в вашу презентацию. Так, сейчас минутку, он загрузится, я открою к нему доступ. Называться файл будет «Скрытая информация». И я переключаюсь на режим демонстрации для того, чтобы показать вам, как выглядит этот файл и как с ним можно работать. В шаблоне у вас доступно три варианта. Первый вариант – это кнопка и текст. То есть вот кнопка, на которую вы будете нажимать, и текст, и прямоугольник с текстом, который будет появляться. А объектов на слайде по минимуму. Если вы зайдете в область выделения, вот здесь вот справа вы увидите, что на слайде только два объекта. Собственно, кнопка и сам текст. Это фигура, внутри которой добавлен сам текст, можно два раза кликнуть, и текст при необходимости можно будет отредактировать так, как вам это нужно. Я не делаю фигуру отдельно, текст отдельно, как раз для того, чтобы было как можно меньше дополнительных объектов, и с анимацией можно было работать быстрее. Второй вариант – это кнопка и картинка. Опять же, только два объекта. Если текст достаточно кликнуть два раза, чтобы отредактировать, то с картинкой надо работать следующим образом. Вы выделяете ее, идете на вкладку «Формат рисунка», ищите «Заменить изображение». Вот такой значок, он может быть подписан, а может быть вот только иконка отображаться. И выбираете с вашего компьютера другую картинку. Так, сейчас я что-нибудь быстро подберу. Вот так, например. Вот, изображение заменяется. Дальше вы можете его отредактировать. То есть оно встает в точно такую же рамку, в которой было исходное изображение, но вы всегда можете изменить его размер, обрезать, при желании даже поменять форму на... Так. Мой любимый прием, да, поменять форму на круг. И внести любые другие изменения. То есть все, опять же, очень быстро и очень просто. И, наконец, третий вариант – это кнопка, изображение и текст. Здесь текст находится не в фигуре, он будет отображаться сверху на прозрачном фоне. То есть если у вас какая-то картинка, особенно темного цвета, то текст будет не читаться. Если у вас внизу подложен какой-то текст, тоже будет текст читаться плохо. Посмотрите, если некрасиво перекрывает вот этот вот блок текстовый, то после редактирования выделяете его и ставите ему цветной фон. Либо кликаете и преобразовываете текстовый в фигуру. Вот таким образом фон становится белым. То есть просто добавляете к текстовому блоку заливку. Все. Если зайти сейчас на вкладку «Анимации», то вы увидите, что вся анимация на слайде уже настроена. И когда вы будете объекты отсюда копировать, анимация скопируется вместе с ними. Я сейчас переключу режим редактирования на пример презентации, режим демонстрации на пример презентации, чтобы показать вам, как все три сценария работают на практике. Вот у меня есть иллюстрация и есть некоторый текст,
который к этой иллюстрации относится. Я могу проговорить его голосом, но мне хотелось бы, чтобы моя аудитория могла его потом дополнительно прочитать. Первый сценарий, который мы с вами рассматривали, это вариант с заметками. То есть вот я область заметок увеличиваю и располагаю здесь необходимый текст. Как видите, если я его выделяю, что-то я могу изменить. А вот, например, размер текста не меняется. То есть какие-то отдельные слова я могу выделить или подчеркнуть. Вот я выделю каналы коммуникации. Вот. Но изменить размер текста, как-то его поаккуратнее отформатировать, такой возможности у меня нет. Он сразу вот растягивается на весь экран, что не очень удобно для чтения. Если я перейду в режим показа, мне нужно будет включить режим докладчика. Вне зависимости от того, каким сервисом вы пользуетесь, этот режим будет так и называться – докладчик или заметки. Включить заметки к презентации, включить режим докладчика. Во всех сервисах названия примерно одинаковые. И, как я уже упоминала, заметки работают в Canva, в Google Slide и в PowerPoint. Никаких проблем с их отображением, в принципе, нет. Второй вариант. Второй сценарий – это включение скрытого слайда. То есть вот у меня сейчас есть картинка, есть текст, я нажимаю на правую кнопку мыши и этот слайд таким вот образом скрываю. Он становится перечеркнутым, тем не менее, вот показ и демонстрация к нему у меня доступны. После моего выступления я презентацию сохраняю в PDF-формате, выбираю файл. Сохранить как, выбираю место, ставлю PDF-формат и до того, как нажать кнопку сохранения, я нажимаю вот сюда на параметры. К сожалению, вот эти действия придется проделывать каждый раз, потому что вот такой режим сохранения настроен по умолчанию, и мне каждый раз придется заходить в параметры и нажимать вот здесь вот галочку «Включить скрытые слайды». После этого презентация будет сохранена скрытыми слайдами. Не забывайте, что при сохранении в PDF у вас есть еще возможность определенные слайды показать. Например, включить только 12 первых слайдов, в том числе скрытых. Или 12 первых слайдов, не включая скрытые. Таким образом, вы можете сами регулировать, какой объем информации в файле вы затем выдадите своим ученикам. Так, возвращаясь обратно к презентации. Теперь попробуем сделать третий сценарий, когда мы добавляем определенную информацию, включающуюся как интерактивный слой. Из шаблона, который я показывала, я просто копирую все элементы Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, выделить все, скопировать, захожу вот на нужный мне слайд и выбираю вариант «Вставить». Почему, опять же, я использовала фигуру, а не просто текст? Фигура закрывает большую часть слайда, и если пользователь откроет потом в режиме редактирования, он уже на своем компьютере, то он не увидит картинку. При необходимости вот так вот не увидит кнопку. Я могу вообще растянуть прямоугольник на весь экран. И таким образом у него не будет конфликта информации, не будет видно, что вот кусочек текста, кусочек картинки торчит из-под другого объекта. Копирую свой текст, вставляю, настраиваю. Как видите, объем получился довольно большой. То есть полностью весь слайд, даже без всяких полей, без всякого воздуха, заполнен информацией. Располагаю, так как это будет удобнее. Помимо выравнивания слева по центру справа, есть еще кнопка «Выровнять текст». И она располагает весь текстовый блок сверху, посередине и по нижнему краю. Обычно у вас будет стоять вот такой вариант, то есть PowerPoint по умолчанию располагает текст посередине. Не всегда это хороший вариант. Можно попробовать выровнять текст по верхнему краю, для того, чтобы появилась вот такая информация. Теперь я хочу настроить кнопку. Чтобы было удобнее, я включу область выделения и вот текст сейчас скрою из видимости, чтобы он не мешал мне все настраивать.
Кнопки довольно легко перекрашивать, менять их дизайн и текст вот здесь вот. Тоже довольно легко можно поменять. Привожу к такому более простому, более традиционному виду. Цвет я возьму отсюда, с самой картинки. И сейчас кнопка у меня объемная. Можно выключить в эффектах фигуры, убрать рельеф и сделать кнопку плоской. Располагаю ее на слайде, там, где считаю это наиболее подходящим. Ну вот, предположим, в правый нижний угол, он наименее активный, на него меньше обращает внимание, поэтому расположу здесь кнопку. Посмотрите, что при копировании анимация может сохраниться, может не сохраниться, в зависимости от того, куда вы переносите вашу информацию и каким образом вы ее редактируете. И еще есть такой неприятный момент, что при переносе информации, при переносе анимации, она меняется местами. То есть вот вы скопировали, на кнопке никакой анимации нет. На текстовом блоке анимация есть, и здесь нужно внимательно проверить, чтобы сверху была анимация с зеленой звездочкой, а снизу была анимация с красной звездочкой. Почему так? Я сейчас включаю режим демонстрации. У меня открывается слайд и видна кнопка. По клику на нее информация появляется. По второму клику информация исчезнет. Я поставлю кнопку выше, чтобы она всегда была видна вот так вот на экране. Нажала, появилась, второй раз нажала, исчезла. А если я поменяю анимацию местами, и сверху будет красная звездочка, так порой случается при копировании, просто обращайте на это внимание, то когда я включу режим демонстрации, сначала информация будет видна, и наоборот, она будет исчезать по клику и появляться. Поэтому правильным будет порядок: сначала зеленая звездочка, потом красная. Сначала посмотреть на картинку, а потом уже прочитать текст. Так, слышно и видно, это хорошо. Я могу скопировать другой шаблон. Вот это я попробовала первый, где был текст и картинка. Точно так же скопировать, например, где три объекта. Ctrl-A. Ctrl-C, Ctrl-V. Как видите, все сразу добавляется. А в третьем варианте уже сразу 4 анимации, они привязаны друг к другу попарно, но опять же, видите, сначала идут зеленые звездочки, потом идут красные звездочки, если у вас все правильно скопировалось. И вот информация появляется сверху. Можете не использовать шаблон, а настроить самостоятельно появление всех нужных блоков. Для этого нужно буквально вот три простых действия. Вы рисуете кнопку, так как вы ее видите. Вы добавляете объект с текстом. Так. Поменяю заливку фигуры, потому что перебор. То есть кнопка, объект с текстом. И третье действие – это настроить анимацию. Вы выделяете слой со скрытой информацией и добавляете к нему сначала анимацию возникновения, а затем анимацию исчезновения. Выделяете и вот здесь вот во вкладке «Триггер» назначаете на конкретную кнопку. Все, как видите, это все делается очень быстро и очень просто. Если вам по какой-то причине не подходит шаблон, не нравится, вы можете все эти действия проделать самостоятельно и оформить так, как вам это необходимо. Ну и, конечно, можете поэкспериментировать с анимацией, сделать ее более интересной, более фантазийной, более подходящей к теме вашего вебинара. Как видите, разместить в учебной презентации большой объем информации довольно просто. Вы сможете совмещать и выразительные слайды, слайды для выступления с большими иллюстрациями, с небольшими объемами текста, и ту
тут же делать нужное вам количество слайдов или нужное количество слоев информации, где вы сможете расписать термины, определения, даты, поставить любое количество и иллюстраций. Выбирайте тот сценарий, который вам удобнее в работе. Если, вот, например, в вебинарной комнате, вот сейчас вебинару, я показываю презентацию в режиме PDF-файла, поэтому я бы выбирала второй сценарий, когда у меня будут скрытые файлы, и я могу сохранять презентацию в PDF, так что скрытые файлы не будут пропускаться, и загружать вебинарную комнату именно в таком формате. То есть вот второй сценарий – это мой выбор. Если вы показываете в аудитории или показываете сервис, где у вас демонстрация идет сразу из PowerPoint, я думаю, что ваш выбор – это третий сценарий с интерактивными кнопками. Вариант с заметками в том случае, если у вас только текст, и, скорее всего, он подойдет, если вы презентацию делаете в Google слайде и затем даете их ученикам. То есть первый сценарий лучше всего подходит, если вы работаете в системе Google Classroom. Там как раз вот на этой основе лучше всего будет все работать, будет все взаимодействовать. И в завершении вебинара я хочу поделиться коллекцией. За то время, что мы работаем совместно с Директ Академией, у меня накопилась большая коллекция вебинаров. Я делилась ей на окончании прошлого учебного года, но прошло время, вебинаров стало еще больше, поэтому коллекцию я обновила. И сейчас в чат сброшу вам ссылку на доску Miro, где эту коллекцию можно посмотреть, перейти по ссылкам и попробовать. Вот эта вот ссылка, коллекция будет выглядеть следующим образом. Она стала больше, поэтому пришлось искать для нее более компактный вариант. Это таблица в Miro, разбитая на 4 колонки, и вот здесь перечислены вебинары. Нужно кликнуть на ту строчку, которая вас заинтересовала, и вам Miro покажет ссылку на YouTube-канал Директ Академии, где вы сможете эти вебинары посмотреть. То есть это вот за 4 года вебинары, которые скопились, и я разделила их на несколько категорий. Так вот, таким образом, кликаете, и вот так появляется ссылка, на нее дальше можно перейти. И вот обратите внимание, что в этой коллекции все вебинары разделены на 4 категории. Это подготовка к работе, тогда, когда мы продумываем учебную тему, что мы хотим рассказать, в каком порядке мы это будем рассказывать, какая структура будет в нашей презентации. Это то, что мы делаем еще до того, как открыли программу или сервис. Вторая колонка – это макеты слайдов для того, чтобы создавать презентации быстрее, для того, чтобы удобнее работать, особенно когда у вас эта работа именно потоковая. Вы можете продумать, сделать макет, сразу решить, где у вас будут заголовки, какого размера, где у вас будет текст, как будет располагаться навигация. Третья колонка – это контент. То есть это вопросы того, а как мне подобрать картинку или иконку. Это вопросы, какой шрифт мне подобрать, чтобы все было хорошо видно на большом экране. Это вопросы, как мне сделать анимированную презентацию или как мне сделать презентацию интерактивную. И, наконец, последняя, четвертая колонка – это повторное использование материалов, чтобы презентации не лежали мертвым грузом, а превращались в посты в социальных сетях, в замечательные видеоролики, которыми вы можете делиться с учениками, чтобы они превращались в раздаточные PDF-файлы и даже, может быть, если вы потратите еще немного усилий, в полноценные методические материалы. Вот эта вот структура из 4 шагов – это та основа работы над презентациями, которая лежит в основе моего курса «Основа учебных презентаций. Инструменты, методики и дизайн». Татьяна Викторовна давала на него уже ссылку. Он начнется 17 сентября, и вот по всем этим 4 шагам мы пройдем. Я сразу хочу обратить внимание, что это курс не инструментальный. Я не говорю, как использовать PowerPoint, на что нажимать и какие функции
лучше использовать в той иной случае. Это курс, основанный именно на процессе. То есть вот именно через вот эти вот 4 шага мы проходим и понимаем, как выстроить всю работу еще до того, как выберем себе программу и начнем делать дизайн слайдов. В основе курса лежат принципы дизайн мышления, которые как раз учат фокусироваться на каком-то этапе работы и наоборот проводить исследования, снова фокусироваться и делать вашу работу цикличной, чтобы ни кусочка материала не уходило в архив, все шло в работу, все шло в наше с вами дело. Я приглашаю на принять участие в этом курсе, стать его слушателями. И, как обычно, если у вас есть какие-то вопросы, если вы хотите посоветоваться, показать свою презентацию или вам нужно с чем-то помочь, вы можете обратиться ко мне, написав на электронную почту или найдя меня в социальных сетях. Ну, как я понимаю, сейчас большая часть ВКонтакте, поэтому вот я оставила свой адрес ВКонтакте. Если у вас остались еще какие-то вопросы, если остались еще какие-то просьбы, или нужно показать что-то более подробно, вы можете мне написать, и сейчас вопрос в чате, я на него отвечу. Изменился ли курс по сравнению с прошлым годом? По сравнению с прошлым годом изменился формат подачи. Если в прошлом году мы проводили 4 вебинара, проводили 4 недели по 2 вебинара в каждом, проводили их днем, и не всем это было удобно, то в этом году мы решили перенести вебинары на субботу, и они будут сдвоенными. То есть они будут длиться 3 часа минимум. Мы будем делать небольшой перерыв посередине, мы будем выполнять практические задания непосредственно в прямом эфире, будем обмениваться какой-то информацией и встречаться в следующий раз через неделю. Таким образом, я надеюсь, что мы сделаем курс удобнее для тех, кто находится в других часовых поясах. По самому контенту, по наполнению, курс, как обычно, немного изменяется, немного дополняется, но не вот таким вот, не таким, сейчас скажу это слово, все. Слова кончились, не таким кардинальным образом. У тех, кто уже проходил курс, есть доступ к доске Miro, и если какая-то важная информация появляется, новые ссылки, новые сервисы, я туда добавляю. Запись курса будет, и доступ к материалам, и доступ к записям неограниченным. То есть не то, что там месяц или 3 месяца, доступ остается у вас навсегда. И в любое время вы можете пересмотреть записи в обязательном порядке. Единственное, я переживаю, что будет сложновато смотреть 3 часа, чтобы найти нужный фрагмент. Возможно, я попрошу организаторов, чтобы мы на YouTube-канале делали еще интерактивную разметку, чтобы можно было переходить по оглавлению, по содержанию к нужным местам. Вот. Помимо курса, я в этом году планирую провести несколько еще и мастер-классов, поэтому если у вас есть вопросы, если вы хотите, чтобы я вам что-то показала, как делать в отношении презентации PowerPoint, а также в отношении доски Miro, я тоже с ней довольно часто работаю, пожалуйста, предлагайте свои темы. Так, какие еще сервисы для создания презентации вы порекомендуете? А вот здесь вот в коллекции вебинаров, посмотрите, есть сразу набор, обзор программ и сервисов. Здесь три вебинара на эту тему. В основном я рассматриваю 5 сервисов. Это PowerPoint, это Google Slide, Prezi, Geniali и Canva. Canva сейчас у большинства из нас недоступна. Остальные 4 сервиса, в принципе, работают, и вы можете на них переходить. Могут быть небольшие сбои, если вы работаете через VPN или через какие-то прокси-сервисы. Вот, то есть вот это вот сервисы основные. Помимо них есть еще интересные сервисы для создания презентаций, которые мы используем реже. В первую очередь, конечно, из-за отсутствия полноценной поддержки кириллических шрифтов. Мне очень нравится сервис Beautiful. Сейчас сброшу название. Так. Проверю, чтобы правильно ссылку вам дала. Да, отлично. Сервис Beautiful
AI, у него прекрасная возможность, вы просто пишете в него свой текст, и в зависимости от объема текста, от использованных картинок, он предлагает сам макеты слайда. То есть у него логика другая. Загрузите сначала контент, а потом мы подскажем вам подходящий макет слайда. Это очень интересный и непривычный вариант, но можно попробовать. Так. Сбои могут происходить как раз из-за вот этих вот проблем сейчас с доступом, с блокировкой сайта. У меня, я довольно часто захожу, у меня есть некоторые презентации, созданные именно в Google слайдах, у меня пока таких сбоев не было. Я надеюсь, что у вас тоже через некоторое время это все починится. Но если у вас произошел такой сбой и вы хотите презентацию скачать, чтобы починить, вы всегда можете скачать ее в формате PowerPoint и проверить, открывается ли она у вас в PowerPoint с сохранением всех картинок. Возможно, в этом случае придется поменять доступный вам сервис. Так. Я остаюсь здесь. И сейчас, конечно, хочу передать слово Татьяне Викторовне, чтобы она рассказала про сертификаты, про скачивание файлов, все формальности. Но если увижу в чате еще какие-то вопросы, я на них сразу же отвечу. На этом я прощаюсь. Желаю хорошего рабочего дня.